Меня зовут Александр, я главный механик компании «Балтспецтранс». Компания на рынке уже более 10 лет. Мы занимаемся откопкой котлованов на стадии нулевого цикла. Зачастую на объектах присутствуют сваи. Сваи разные, 350 мм, 400, круглые. Чем мы также, у нас есть направление на их распашовку. Мы работали с предыдущей своей резкой на 350-400 со сваями, но зачастую сталкивались с проблемами течь цилиндра, поломка рабочего инструмента. Это именно самих зубьев. По предыдущей своей резке техподдержки никакой не было, чинили своими силами. Ремонт мог длиться и день, и два, и три. На данный момент мы перешли на своей резке Delta K400D ввиду скорости и эффективности работы. Лучший срез идет в сваи, это в отметку имею в виду, ну и быстрее, соответственно, и эффективнее. На данный момент поломок не было и, думаю, не будет, так как защищенность данной своей резки намного эффективнее, чем предыдущей.